преобразилась с выходом на поле Зинье. В начале Зинит. Нет. Какие-то приятные мгновения жизни испытал наш старший горожан, а сегодня с этим гордым Геннадий Красюк. Делегат матча Алексей Николаевич Спирин и ваш комментатор, еще за Ленинскую команду. Очень хорошие данные, думающий футболист, но так получилось, что он был отлучен от футбола. Опасный момент, сейчас мы видим, хорошие подачи были. И у другого клуба, и вот опять же, я думаю, здесь дополнительная интрига скрывается для нейтрального зрителя, посмотреть за тем, какие наработки есть у одной и другой команды, каким-то на 12-й строчке таблицы, хотя оживают казанцы, провалившие, ну, по большому счету, практически весь этот сезон. Еще одна подача, опасная, Домингеса и гол. И гол в самом дебюте встречи на 4-й минуте. Ленар Гильмулин на ваших экранах бежит, поздравляет своих партнеров. Знаете, я даже не успел понять, что он мяч получил. Или, по-моему, Скотти. По крайней мере, его поздравляют. Гол надо отметить, как очень хороший вот момент и подача была. Именно нацелена на ближнюю штангу. И вот просто голову игрок подставил. И вот такой вот замысловатой траектории мяч сделал в дальний угол. Вратарь был как Скотти Стивен. Мадбек Сибая. Скотти, именно Сибая, шестой номер, вот уж, пожалуй, откровение. Ждали чего угодно. Кто будет забивать, от кого будет опасность отходить, на чтобы от этого опорного полузащитника, который свой первый гол в этом чемпионате забил, и сразу такой шедевр. Резкое начало. Ну, я думаю, любая серия победная, беспроигрышная, какая угодно, любая серия, она...